На Берлин. Сегодня Сергей Шубенков вступает в борьбу за главный трофей Старого Континента. В деле известного барьериста можно будет увидеть наверняка дважды. Сначала наш земляк пробежит полуфинал, а при удачном раскладе уже поборется в финале чемпионата Европы. Впрочем, в то, что Сергей в него попадет, болельщики не сомневаются. Барнаулиц сейчас явный фаворит, входит в топ-12 европейского рейтинга сезона на спринтерских дистанциях. Именно поэтому он пропускает забег первого круга, начнет сразу же с полуфинала. Вместе с ним брать Берлин полетел, конечно же, и его личный тренер Сергей Клевцов. До этого тандем готовился на подмосковной базе в Новогорске. Как говорит Клевцов, главным стартом сезона Шубенков подходит в оптимальной физической форме. Ожидания всегда тревожные, напряженные, неважно, в какой-то форме находишься, лидер тренирового сезона или около того. Потому что каждое соревнование, собственно говоря, там это новая ситуация, это всегда новый статус-кво. Увидеть, как Сергей покоряет дорожки Берлина, жители края смогут в 00 часов 10 минут по местному времени. Это будет тот самый полуфинал. Финал начнется также ночью в 2 часа 35 минут.